задача на выходные прямо... Рабочая атмосфера. Группа из 12 человек. Вязание не только антистресс, но и подспорье в финансах. Объемы производства небольшие, но ручная работа порой ценится куда больше. Социальное предпринимательство. Это тот случай, когда вид бизнеса отличается от чистой благотворительности, способностью проектов самоокупаться, а возможно и приносить прибыль. Основатель Светлана Налепова хочет выйти на платформу муниципальных закупок. Товар подходит для заказов, например, в детские сады. В систему электронного магазина вводятся новые возможности для фермеров, где заказчик может выбирать для поставки продукции это сыр и молоко ближайших фермеров с необходимым качеством. Мы хотим, чтобы в связи с внедрением, с утверждением нового закона о социальном предпринимательстве, социальные предприниматели в Московской области тоже пользовались какими-то преференциями при закупках. Для успешного ведения бизнеса необходим диалог, так считает Светлана Налепова. Ведь в системе электронного магазина общаться приходится через экран, что не всегда удобно. Электронный магазин. Участники на одной площадке онлайн. В нем зарегистрировано более 80 тысяч поставщиков и работают почти 10 тысяч организаций Московской области. Ежегодный объем закупок составляет почти 10 миллиардов рублей. Только в Одинцовском городском округе за 2018 год заключили договоры на сумму почти на 2 миллиарда рублей. Нам важно, чтобы этот организм был живой, чтобы он работал, чтобы был более удобен, чтобы он постоянно совершенствовался. И находить некий баланс, грань, когда между эффективностью размещения для заказчика, для государства и, соответственно, наиболее полным удовлетворением потребностей заказчика посредством участия бизнеса в этом процессе. Круглые столы ежемесячно проводятся по всей территории области. Дискуссия в Одинцове выявила ряд проблемных вопросов. Как обеспечить возможность подписки на публикацию закупок по различным фильтрам? Больше всего волнуют вопросы сроков и необоснованных отказов от заключения договоров со стороны подрядчиков или некачественное исполнение. Организаторы уверяют, до следующей встречи онлайн-платформа будет еще удобнее. В один клик две главные задачи – продать и купить. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».